вами Mirabilis. Это ночная красавица. Сейчас вот такое разнообразие. Кстати, Mirabilis можно выкапывать корнем, и эти корни потом в погребе хранить. Не обязательно сажать их семенами каждый год. Но, опять же, это дополнительные хлопоты выкапывать и хранить. Но знатоки уверяют, что на второй год этот куст шикарно выглядит. Его совершенно нельзя сравнить с тем, что вырастает из семян в первый год.